Добрый день, гости и подписчики канала. Чудесное утро. Штиль после двух дней ураганного ветра, принесшего холод. Температура воды в озере Трофей снизилась до плюс 5. На чистом щука не берет. Начинаю кидать блесны под самый камыш. Попадается жирная щука 70 см длиной и весом 2,6 кг. Перехожу на границу между чистым и водорослями. Здесь на воблерах хамсин попадается несколько щучек до кило. Ухожу на самую мелководную часть озера. Здесь глубина 1 метр. Под камышами, учитывая еще не упавшую траву, полметра. Щуку здесь постоянно ловлю. На что я ее сегодня уговорю? Начинаю с активных приманок, легких блесен и салмослайдера, 7 см 14 грамм. Пусто. Ставлю волкер, Yuzuri Banana Boat, 10 см 12 грамм. Проводка змейкой. Пусто. Перехожу на тини Magalon, 8 грамм. Медленная проводка с паузами. Пусто. Достаю последний вариант, любимчика. Yuzuri El Minnow 6,6 см длиной и 7 грамм. Веду небольшими рывками. Основная его игра при погружении.
Небольшие паузы приводят к зацепам за траву. И только этот воблер выманивает щуку за двушку из камыша. Хорошая. Меняю локации, на воблере пусто. Одна щука на блесну и несколько сходов. Щуки, до новых встреч. Всем ни хвоста, ни чешуи. Благодарю за подписку на мой канал.